Блокчейн-технология может изменить глобальную финансовую систему. Об этом во время выступления на форуме от Commonwealth Club заявила глава Федерального резерва США Джанет Йеллен. Ранее в ходе встречи представителей более 90 центробанков в Вашингтоне Йеллен призвала своих коллег из центральных банков других стран приступить к более активному изучению новых финансовых технологий.